1999 год. Прошло 10 лет после окончания Холодной войны. В конце этого столетия мир наконец-то освободился от угрозы ядерной катастрофы. Но вместе с наступлением мира появилась новая угроза – международная преступность. Терроризм на рубеже 21 века превратился в международную индустрию. Деньги беспрепятственно пересекают границы государств с помощью компьютерных сетей. А на черных рынках стран третьего мира предлагается любое оружие. Спецслужбам стало практически невозможно бороться с террористами без тесного взаимодействия друг с другом. Назрела необходимость создать мощные интернациональные силы по борьбе с террористами всех мастей. Было решено, что эта организация будет состоять из лучших экспертов из разных стран.